Это у нас участники менделеевского класса. Ребята уже второй год участвуют в этом проекте. Для них это хорошая возможность выбрать в будущем профессию. То есть это настоящая профориентация. Сегодня они приехали, увидели преподавателей, так скажем, вживую, пообщались, поулыбались друг другу. А сейчас вот проводят опыты. Мне очень понравилось сегодня присутствовать здесь, проводить опыты, общаться с преподавателями и студентами, узнавать что-то новое. Да, также мне очень понравилась экскурсия, и все было очень круто, весело. Мне кажется, что, конечно, вот такая форма работы, как менделеевские классы, это новое, во-первых, направление. Новое направление и очень на сегодняшний день востребованное. Потому что вот это общение вуза и школы, оно должно быть обязательным. Волонтеры, с которыми мы работали, кажется, на сегодняшний день всего лишь студенты. Но они очень отзывчивые, и видно, что они имеют понимание о деятельности, в которой они работают. Они подробно нам все описывают, рассказывают, не стесняются добавлять свои какие-то комментарии. Школьники все равно спрашивают, как учеба вообще проходит по моей там специальности. Также там помогать им нужно все равно. Какой-то опыт все равно ты делишься этим опытом своим немножко впечатлениями и взаимодействовать с людьми. Это интереснее, ты уже чувствуешь себя не школьником, а взрослым уже студентом, а отчасти старичком каким-то, потому что уже третий курс. Вот, и все равно мы обмениваемся энергией, и это круто. Это дает большой плюс, стимул возможности именно изучать такой предмет, как химия. То есть даже я, когда тут являюсь помощником-лаборантом, я смотрю на демонстрационный опыт, и я с интересом на это смотрю, у меня глаза снова же горят, потому что, повторюсь, в школе у нас этого не показывали. И это очень круто, что есть вообще такие возможности у школьников вот это все видеть, изучать подробно, лекции слушать, также лаборатории, экскурсии по лабораториям была, и вот смотреть лаборатории, как что проходит, и это очень круто, потому что не у всех есть такая возможность, не у всех школ есть такая возможность, и классов тем более. Сейчас вот проводят опыты, и, конечно, для них это новое помещение, новые эти же пробирочки, реактивы, что есть возможность отработать свои какие-то навыки. Просто сам интерес, что они приехали в институт, побывать в институте и уже знать, а что это такое. У них прошло сегодня целое лекционное занятие, то есть целую пару лекций они отсидели. То есть они теперь представляют, что значит учиться в институте. Мне очень нравится учиться в менделеевском классе, так как он открывает большие горизонты. ВИАДГУ, РХТУ, федеральный экологический оператор открывает большие границы перед учениками. Тем более, когда нас обучают, как мы можем использовать эти знания на практике, в какие сферы деятельности мы можем вливаться, какие знания нам могут пригодиться в будущем. Мне очень нравится учиться в менделеевском классе, ведь это дает дополнительные знания по химии, математике. Также в школу привезли новое оборудование, и мы с ним работаем. Они получают дополнительное оборудование, эти классы, реактивы, то есть они изучают химию на совсем другом уровне, да, не так, как изучают в обычных классах. И таким образом они более глубоко вникают в предмет, и уже с ними общаться очень интересно. То есть сегодня они показали, что они много знают, много умеют, и им это очень интересно, то есть они уже целеустремленные. Поэтому я считаю, что за этим явлением будущее.